Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Скорпион. И сегодня мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Я вот, короче говоря, до того, как снимать видео, как вы видите, обратите внимание на мой плащ. Я его купил. Вот. Кровь дракона. И шлем тьмы. Кстати, прокачанная на... Ну, не прокачанная, а... Значит... Зачарованная на этот поглощение урона. Осталось мне только вот это сделать еще таким же, и я буду как Сёгун прям. Дальше вот это вот какая осталась, это и так и осталось. Плюс еще в 4 раза улучшил кусаригаму. Так, в общем, я до видео, значит, пытался победить Таву. И знаете ли, результат неплохой. Уже на 2-3 справляюсь. Поэтому давайте посмотрим, как сейчас будет это делаться. При вас. И да, остальные 3 боя вдова мне, знаете, как жестко нанесла урон. Ну, там это самое, магии и всякой прочей фигни. И телепортации. В общем, смотрите. Видите? Да блин, опять промахнулся. Perfect. Ребята, такого еще не было. О, нет. Есть. Это жестко было. Давай, давай, давай. Третий раунд, пожалуйста, за нами будь. Давай, давай. Нет. Ах ты, ё-моё! Забыл про телепортацию. Хотя вообще потом хотел воспользоваться магией, ну ладно уже. Давай, 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 давай! Да чё такое? Ах ты засранка! Белобанка! Нет! Что так жестко? Ребята, это чё было? Это жесть! Это жесть! Да елки-палки. Есть. Давай, давай, давай. Давай, давай. Нет! Фух! Не нанесла. Да что ж такое? Сколько ж тебя можно добивать уже? Ну блин. Конечно, бой очень жестокий будет, я думаю. Да уж. Видео, однако, недолгие будем, потому что я только один бой хотел вам показать, и все.
Фух, в следующем видео я либо буду про Стикмана. Стоп! А давайте у нас, кстати, это будет две темы. Про Стикмана и про Street of Fight 2. Ребят, это жестко было. Ну, сами согласитесь. Жестко. Загрузится. Я сейчас на паузу поставлю. В общем, друзья, я вернулся. Ты что с таймером? Ладно, все, короче говоря, я вернулся. Вот. В общем, у меня почему-то игра опять подлагивает. Смотрите, я вам сейчас покажу основные вещи. АК-47. Значит, вот эта вот дубина. Ой, или как там, ну, не знаю, дубина. Вот эта вот дубина. Нож. Дальше вот этот, как его там, в общем, знаете. Это эти вот всякие предметы. Дальше идут... А, кстати, давайте продемонстрируем. Я, кстати, вот смотрите. Вот Стикман. Эта игра, значит, называется «Приключения Стикмана. Первая часть». Я вторую часть пока... Я пока что вторую часть не буду скачивать. Но в скором времени я буду скачивать такую часть, которая... Да, это... Лагает, конечно, ужасно из этой программы. Давай, не лагай. Тихо. Алло, что это было? Так, вот. Нет. Ладно, про Стикмана давайте я сделаю, значит, в... Короче говоря, ждите видео завтра. Всем встречи, всем пока. Ну, значит, смотрите, я сделаю... Опа! Да, закрыть. Значит, смотрите. Про Стикмана я сделаю, значит, на этом приложении. Так что всем до встречи и всем пока. Ставьте лайки.